Добрый вечер, дорогие друзья. Как меня слышно по пятибалльной системе? Так, вижу пятерки. Ну, отлично. Если у кого-то слабо или сильно, поправьте у себя динамик на компьютере. Я вижу, что у всех в основном просто отлично. Ну что ж, очень радует, что в среду, в принципе, рабочий день, нас здесь уже 300. Но будет, поверьте, все 400. Это здорово. То есть нас достаточно много людей, которые хотят зарабатывать в интернете. Я не буду сейчас занимать долго ваше время. Я вам сейчас расскажу одну историю, которая мне пришла сегодня на почту от друга. А потом уступлю микрофон. История такая. Это история как бы такая юмористическая. Небольшой рассказ. Итак, глава первая. Иду по улице. Ну, история жизни, да? Глава первая. Иду по улице. Вижу яму. Упал. Боже, я никогда не выберусь из этой ямы. Конец. Глава вторая. Иду по улице. Вижу яму. Упал. Боже мой, как трудно мне будет выбраться. Конец. Глава третья. Иду по улице. Вижу яму. Упал. Я уже все знаю. Я достаточно быстро выбрался. Глава четвертая. Иду по улице. Вижу яму. Я хитрый. Я обошел эту яму. Иду дальше. Упал в следующую. Конец. Глава пятая. Я пошел по другой улице. Мораль. Как жаль, что я так долго выбирал свой путь. На самом деле, мне вот прямо нравится, и это, видимо, вот мне приходят всегда перед вебинаром вот такие вещи, вот попадаются на глаза. И на самом деле сегодня мы вам и покажем, ну, скажем, другой путь. У вас будет ваша улица, по которой есть ямы ваши любимые, родные. Покажем другую дорогу. И вам, в принципе, решать. Но на самом деле работать мы будем вдвоем. Сейчас вам покажут основные, так скажем, моменты сильнейший партнер нашей команды, это лидер. У нее совершенно свое видение этого бизнеса. Невероятные результаты Наталья Кривцова. Это заслуженный врач, но об этом она все вам расскажет. Возьмите листочки, ручки, слушайте ее внимательно. Я сам уже все приготовил для себя. И после того, как она с вами поговорит, донесет до вас несколько ключевых моментов, опять возьму микрофон я, и уже мы поговорим конкретно о другой дороге. Там будет решен вопрос «как». Итак, встречайте Наталью Кривцову. Доброго вечера. Я с вами разговариваю, микрофон включить забыла. Пятерочки поставьте, как меня слышно. Слышно. Ну и все, прекрасно. Не будем на это время тратить. Давайте мы начнем. Ну, прежде чем мы начнем, ну, давайте чуть-чуть больше о себе расскажу. Итак, 40 лет стажа. Пенсия 12 тысяч у заслуженного врача России. И вопрос о том, а что будет дальше, как будет дальше, сколько лет я буду работать, или как я буду жить на пенсии, он уже витал в воздухе достаточно давно.
Вот, ну, в какой-то момент я решила, что я не буду ждать, когда, да, меня там вынесут, вот, и чтобы не буду ждать, пока я буду до посинения ходить на свою работу, работу любимую, но достаточно тяжелую, поскольку работала я заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, очень большой раздел работы. И вот я пришла в интернет. Ну, конечно, я знала, что здесь деньги, но я не знала, как. Счастье вот такое мне пришло, что практически с первого раза я вытащила счастливый билет, и я пришла в Академию Альп. И здесь уже начались совершенно потрясающие и интересные события. Давайте мы познакомимся теперь немножечко. Да, я из города Рязани. Теперь с вами. Я уже по флагам вижу, у нас сегодня география совершенно невероятная. У нас всегда бывает с разных стран, но сегодня прям вот такое разноцветие флагов. Напишите, вот кто откуда. Я уже видела, что многие, да, здесь писали, и Литва писала, тут Оренбург. Вот, ну, напишите остальные тоже. Москва. Звук фонит. Я не должен. Ребят, вы под, смотрите, под моей фотографией, там свою настройку звука сделаете, сделайте потише, передвиньте курсорчик. Итак, у нас Рига, да, Минск, Казахстан, Уфа, вот вижу, Венгрия у нас сегодня здесь. Вижу по флагам Израиль, вижу по флагам Великобританию. Украина у нас всегда очень хорошо, и Казахстан представлены. Тернополь, да, еще тоже, ну, Украина. Кострома, Братск, Мурманск, Белово, Самара, Кенигсепп, Краснодар, Муром, Барнаул. Ну, Лондон, да, уже увидела, Андрей, я вас по флагу увидела. Алтай, Душанбе еще у нас вот тоже, да, новая страна, Узбекистан, Тихвин, Ижевск. Ну, вот вы сами видите, да, листаете чат, Магнитогорск, Урал, Южный и так далее. География вообще всегда на наших вебинарах бывает, ну, совершенно потрясающая, да, от далекого востока до далекого запада. И я очень рада, что у нас здесь, ну, с очень многих стран сегодня гости. И говорит это только об одном, о том, что люди всего мира ищут новые для себя возможности. Они не хотят пользоваться теми старыми, которые, ну, 100%, да, не дали того вот результата, который, может быть, от жизни ожидался. И я очень рада, что вы сегодня здесь, потому что здесь эти новые возможности вот так вот на ладошечке мы вам, в общем-то, сегодня преподносим. Я постараюсь, конечно, в своей части вот, ну, максимально понятно, да, вот эту ладошечку вам свою открыть. А еще я хотела бы спросить вот что. Да, кстати, у кого экран, если очень маленький, над фотографией есть три квадратика. Нажмите средний, у вас за счет списка гостей расширится экран, вы будете видеть лучше. Я знаю, что у многих ноутбуки, вот, поэтому вот можете так себе улучшить. Я бы хотела спросить вас вот о чем. Я сейчас сделаю анкетку, чтобы, ну, не по пальцам, да, из чата считать, а вот буквально прям очень быстро, а вы ответите. А вопросы здесь будут такие. У вас уже есть какой-то бизнес? И ответы будут следующие. Сейчас я отправляю. Так, я не поняла, все скопировалось. Вот, я вам отправляю эту анкетку, а ваша задача нажать на тот пункт, который, да, вы вот считаете для себя приемлемым. Значит, у вас MLM-бизнес или у вас свой бизнес? Или вы никакого бизнеса не имеете и ищете сейчас возможности в интернете? Ну, а если вы как бы вот, ну, еще затрудняетесь, да, вообще ответить, ищете вы возможности, не ищете, своего бизнеса нет, значит, у вас четвертый пункт. Вот, результаты сейчас, здесь комната, у нас комната совершенно потрясающая. Она, во-первых, дает возможность такую анкету сделать, а во-вторых, еще сама все и посчитает. Ответить нужно всем.
вы можете, ну, ответить, допустим, да, на четвертый вопрос. Самое главное, чтобы вы могли нажать «Отправить анкетку», иначе она у вас просто будет висеть. Вот чтобы она закрылась, нужно, чтобы ответили все наши гости. Итак, предварительно, да, вот 50 у нас MLM, 12 человек свой бизнес имеет, 135, уже 136 человек ищут возможности, затрудняются, пока 17. Ну, давайте, ребята, интенсивнее, давайте. Из 48 у нас участников. Ну, даже по предварительным данным, два с лишним, да нет, даже не в два, да, ну да, где-то в два раза больше ищут возможности заработка в интернете. Значит, вы сегодня как раз и услышите об одной такой возможности, хотя те, у кого MLM, и те, у кого свой бизнес, это вовсе не означает, что вы не услышите для себя. Так, ребят, ну пока не все еще, смотрите, у нас мало, 200 пока, 230 человек только ответили, 100 человек у нас еще дремлют, у вас анкета висеть будет. Так, Юрий, если вы торопитесь, то, пожалуйста, займитесь теми делами, которые для вас более важны. Давайте мы не будем вот так вот, да, ближе, не ближе. Наверное, спикеры знают, что ближе, а что дальше. Это во-первых. Во-вторых, ну, пока ждем. Я хочу сказать, что не приветствуется продвижение своих каких-то проектов. Для этого вы в такой же комнате гостей соберете и будете свои проекты продвигать, поэтому не надо. Комната, она еще и банит. Так, ну ладно. Я анкету закрываю, хотя ответили не все. Итак, закрываю я на такой фазе. Из числа гостей 68 у нас MLM, 17 человек имеет свой бизнес, 152 ищут, 153 уже возможности бизнеса в интернете. Ну и пока еще не знают, как ответить, 25 человек. Ну, думаю, что в конце вебинара, в общем-то, они себе на этот вопрос уже ответят. Я закрываю анкету, мы идем дальше. Итак, посмотрите на эту картинку и скажите, вот сразу навскидку, что вы увидели первым на этой картинке? Корабли, арки, парусники, мост, корабли, мост, а потом корабли, парусник, арки, корабли, мост, парусник. Ну, вы видите, да, искаженная реальность понятна, это уже философское понятие. Мост и корабли, корабль, потом мост, караван кораблей, тучи, увидел Алекс у нас. Понятно. Значит, так вот смотрите, я вам честно признаюсь, что когда я в первый раз эту картинку увидела, я сначала тоже увидела вот эту стену с арками, а потом увидела, что это не арки, это корабли. Это говорит о том, что наше мышление еще достаточно такое зашоренное, да, караван кораблей. Я поздравляю тех, кто сразу увидел корабли, но это не значит, что те, которые увидели арки, что у них вот этот взгляд не поменяется. Смотрите, все рамки только в нашей голове. Что-либо возможно, только если поверить, что это реально здесь, с тобой и сейчас. Вот сейчас реально с вами, да, как раз-таки то, что вы узнаете о совершенно невероятных возможностях, которые перед вами вот сейчас откроются. А вот кто был на этих вебинарах уже? Поставьте двоечку и поставьте единички, кто впервые. Так, ну все-таки, да, больше, мне кажется, единичек. Тоже прекрасно, я этому очень рада. Значит, вы впервые это услышите, а те, кто повторно, значит, вы еще захотели какие-то нюансы для себя уточнить, а может быть, вы уже наши партнеры есть.
Ну что же, я вам сейчас еще одну анкетку предложу. Анкетка будет такая. Значит, сколько денег нужно для счастья? Все вспомните Ильфа и Петрова, «Золотой теленок». Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? Спросил Остап. Только посчитайте все. 100 рублей, ответил Балаганов. Нет, вы не поняли, да, не на сегодняшний день, а вообще. И тогда Шура после долгих таких расчетов объявил 6400 рублей. Вот я бы хотела узнать, да, а сколько вам нужно для счастья? Давайте вот, ну, чтобы так в разнобой не писали, я тоже сейчас вот дам такую анкетку, несколько унифицированную. Вот давайте. $1000, $10,000, $100,000, больше $100,000. Ну и кто не знает, сколько ему нужно для счастья, заполняй 5-й пункт. Правильно, Сергей, правильно. Богатый, да, не тот, у кого есть деньги, богатый тот, у кого есть мечта. Потому что мечта становится целью, и потому что цель – это уже двигатель такой к реализации. Конечно, не деньги как таковые. Деньги – это эквивалент исполнения нашей мечты, нашей цели. Это эквивалент благополучия. Потому что жизнь должна быть яркая, правда? Не от зарплаты до зарплаты. Ну, ежемесячно не ныть, можно ежемесячно. Ну что же, вы большие молодцы. Потому что 138 человек ответили, что нужно больше 100 тысяч. 28 не знают. Я очень рада, что только 3 человека ответили, что $1000 достаточно. Ну и 10 тысяч – это у нас 21, и 100 тысяч – это у нас 54 человека. Да, вот уже 140. И анкета еще заполняется. Вот, ну, чуть-чуть быстрее надо. Вот. Так, ладно. И еще, больше не буду терзать. Сейчас еще одну. Я ставлю одну анкетку. А куда вы потратите 100 тысяч. Вы пока думаете. А я вам такие вот подсказочки напишу. Так, еще один пункт я вам сделаю. Другое. Все предусмотреть нельзя. Давайте. Так, можно их просто потратить, да, на какое-то там сегодняшнее удовольствие. Можно вложить в бизнес, можно вложить в недвижимость, можно открыть счет в банке. Я перечисляю те ответы, которые обычно бывают. Можно вложить в обучение в бизнесе с пассивным доходом. Ну вот и очень хорошо, что никто не затрудняется ответить, но можно что-то еще, да, свое придумать. Так, пока лидирует в обучении бизнесу с пассивным доходом 72 человека. По 35 в бизнес, нет, уже 39 в недвижимость. Просто потратить трое, тоже молодцы. Затрудняются у нас сейчас 4. Очень трудно. Ну, пока вы заполняете, я вот вам что скажу. Скажите, пожалуйста, вот эти 100 тысяч, которые вдруг у вас откуда-то взялись, вы их сейчас с удовольствием куда-то тратите?
Так, итак, абсолютное лидерство. Пятый пункт – это обучение бизнесу с пассивным доходом. Вот на данный момент 101 человек. 49 в недвижимость, вложить бизнес 40, затрудняюсь ответить 4, другое 39. Ну и 4 человека просто потратить. Так, ладно, анкету закрываю. Пока она у вас, если висит, вы тогда уже отвечаете, потому что так ждать не будем. Итак, уже вот, да, сейчас такое некое удовольствие, да, было, когда потратить. Мы сейчас, многие из нас не задумываются, правда, в бизнес, а в какой бизнес? В недвижимость. Недвижимость нужно иметь, чтобы вложить, в банк вложить. А вы знаете, сколько нужно вложить в банк для того, чтобы получать ежемесячно, ну, $500, скажем? При существующих ставках это как минимум 500 000 надо вложить, а не 100 тысяч. Поэтому 100 тысяч вкладывать просто не имеет смысла. Но очень радует то, что люди написали, да, в обучении с пассивным доходом. Потому что только пассивный доход, он обеспечивает деньги сегодня, и он, самое главное, дает уверенность в том, что деньги будут и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и они будут все время. То есть именно такой бизнес надо выбирать, где именно вот это будет ключевым моментом – наличие пассивного дохода. И все, в конце концов, нам нужно это для того, чтобы мы имели признание своих близких. Конечно, какие-то свои потребности обеспечивать. Но вот вы согласны, если согласны со мной, что признание окружающих – это очень важно. Правильно, банки для дураков. Он взял мастер-банк и закрылся у нас, да? Натворили дел. Поэтому банки сегодня – это тоже рискованно. Вложить пропорционально 70, 10 и 10, пишет Владимир. Можно, конечно, и так. Обучаться бизнесу можно всю жизнь. Процесс обучения, он вообще бесконечный, ребят. В чате нельзя автопрокрутку сделать, поэтому сами потрудитесь чуть-чуть. Значит, и так со мной согласны. Правда, не все написали, да? Но, во всяком случае, ответов нет, таких у нас нет. Итак, мы идем к цели. Наша цель с вами сегодня – узнать, а насколько это реально, да? Как это возможно? Для нас с Вадимом сегодня цель вот нашей этой встречи – это понятнее и подробнее показать реальность, перспективность и, самое главное, доступность заработка абсолютно каждого вот из вас. Показать реальность заработка в интернете для каждого, не для каких-то там асов и спецов, а абсолютно для каждого. И сегодня интернет такую возможность дает. А какая цель нашей встречи, которую вот я бы определила для вас, так это вот понять, услышать и увидеть реальную возможность и доступность открытия своего бизнеса именно для вас. И перспективность бизнеса, который будет приносить пассивный доход. Понять, почему именно этот бизнес, Павел, это я уже вам как бы говорю, да, что почему именно этот бизнес будет давать пассивный доход и почему он существует. Варианты. Значит, можно работать за деньги. Но богатые не работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя. Вот поэтому наемный труд, когда, да, денежку приходится через лупу разглядывать, это не для нас. Кнопка, вот такую вы на клавиатуре, если у себя найдете, значит, у вас какой-то левая китайская клавиатура. Потому что кнопки, которые называются бабло, ее в жизни не существует. Поэтому такие проекты, когда положи рубль, получи 500, вы сами прекрасно все знаете, что это такое. Мы это не принимаем. Мы будем говорить о том, как заставить деньги работать на себя. И почему именно здесь они будут работать. А кому принадлежат вот такие высказывания? Кто не в интернете, тот не в бизнесе. И еще одно. Скоро останется только два вида компаний. Те, которые в интернете, и те, кто вышел из бизнеса. Два высказывания, которые совершенно
четко говорят о том, что сегодня, реалии сегодняшнего дня, они, конечно, в интернете. В наемном труде мы поработали. Наемный труд нигде. Ни за пределами, да, компьютера, интернета, ни в интернете. Он не оплачивается достойно. Это такой же кабальный труд. А вот другие возможности, которые есть. Ну, узнали, кто написал вот это, да, кто заявления такие сделал? Конечно. Конечно, Билл Гейтс. Билл Гейтс. Пассивный, значит, лежа, а работать все равно нужно. Значит, да, нужно поработать, а никто не говорит. Это по бабло, да? Когда ты ничего не делаешь, а у тебя типа все получается. Вот, а мы как раз говорим не об этом. Конечно, нужно поработать, и очень интенсивно будет поработать. Билл Гейтс уже как бы доказал это. Так вот, проект Altenweb, где объединены две совершенно мощные структуры. Онлайн-академия Alt и такой сервис, как InWeb24. И вот объединив эти проекты, мы нашли абсолютно перспективный, очень реальный и очень достойный бизнес для себя. И мы, самое главное, хотим помочь всем желающим зарабатывать деньги через интернет. Вообще Академия Alt, когда создавалась, уже в самом названии Alt – это кнопка помощи. То есть зарабатываем сами и помогаем зарабатывать другим. Мы работаем с инструментами для интернет-индустрии. То есть мы их сдаем в аренду и ежемесячно получаем деньги. Самая главная цель интернет-бизнеса – это, конечно, клиенты. И это, конечно, партнеры. И мечта каждого бизнесмена, чтобы стояла вот такая очередь, да, побольше из клиентов, ну, может быть, чуть поменьше из партнеров, чтобы клиенты перетекали в последующем в партнеры и так далее. Так вот, за что мы платим вообще в первую очередь? Вот деньги, допустим, получили, зарплата, пенсия, там, доход какой-то, да? Да, я вам говорила, что надо ответить на вопрос, и тогда анкета исчезнет. Так вот, на что мы тратим деньги в первую очередь? Мы сначала, да, откладываем вот это нам за квартиру, вот это за коммунальный, вот это за телевизор, вот это за интернет, вот это на мобильный и так далее, да? Иначе отключат. Помните, как в фильме, да, говорит, а то отключим газ. Так вот, мы будем платить за это всегда, и неважно, никого не интересует, у нас есть сегодня деньги на это или нет. Так вот, примерно то же самое. Друзья, вы невнимательно слушаете. Чтобы анкета ушла, нажмите какой-нибудь пункт, теперь уже это неважно, потому что она закрыта. Вы только вы увидите. Так вот, как раз-таки инструменты интернет-бизнеса это примерно то же самое, да, что для нас сейчас мобильный телефон, что свет и так далее. А инструменты для ведения бизнеса в интернете, они очень похожи на те, которые в других бизнесах. То есть это реклама, это презентации, да, это рассылки, это проведение каких-то встреч, вебинаров, презентаций. Это обязательно какие-то бонусы, да, или это бесплатный контент бывает. Но во главе всего этого в интернете стоит сайт. И на сегодняшний день сайт – это примерно то же самое, да, что в обыденной жизни хлеб. На хлеб всегда будет спрос. Дай бог, чтобы не было таких очередей. Но хлеб – это то, что люди покупают каждый день. Каждый день. Нужен. Дети, посмотрите, вообще любят какие. От целого кусочка. Да? Так вот, такой вот хлеб как раз-таки, он и находится сейчас в наших руках. Посмотрите, какие средства коммуникации, какие самые востребованные в 21 веке. Да, но вчера это было там единственное радио, позавчера. Вчера это телевидение, городской телефон, как без них было жить. Сегодня также телевидение, мобильный телефон и присоединился интернет. Всего-навсего немного времени прошло, и интернет уже прочно вошел в нашу жизнь. Уже как это так без компьютера? Что будет завтра? А завтра интернет и собственный сайт. Завтра собственный сайт и его наличие. Это будет то же самое, как у человека спросит, у тебя есть мобильник. И интернет заменит. Он уже сейчас заменяет, да, цифровые технологии и телевидение. Он уже сейчас заменяет мобильный телефон.
потому что уже другой, уже интернет в руках. А собственный сайт – это представительство. И сейчас, во-первых, ни одна организация уже не может, да, без собственного сайта. И сейчас граждане со своим бизнесом или просто кому есть чем поделиться. Вы знаете, какие востребованные сайты, как там ухаживать за помидорами или как подрезать виноград и так далее. Востребованные в отношении того, как приготовить. Как вырастить здорового ребенка. Посмотрите, какое количество запросов идет. Поэтому каждый может вот это свое представительство создать и чем-то поделиться. Посмотрите, какое количество запросов идет на создание сайта. Это только по двум ключевым словам. Создать сайт, сделать сайт. Еще создать блог, сделать блог там и так далее. Еще их много. Это где-то в общей сложности, значит, да, 340 тысяч. То есть это средний город ежемесячно хочет создать сайт свой. Поэтому востребованность велика. Ну вот отзывы наших партнеров. Вот Евгения Кузнецова, мой партнер. Предприниматель на земле. У нее, в общем-то, достаточно успешно идет бизнес. Но она пошла в интернет с целью научиться развивать свой бизнес в интернете. И Женя, с сожалением, пишет, что узнала об этом весной, но лето пока тут другие дела были, пока отдыхала, а люди уже пришли, а партнеры пришли и уже начали зарабатывать. Поэтому Женя сейчас наверстывает, и она пишет, что сомнений у меня никаких не было, что ей нужно быть здесь и сейчас. Так вот, компания InWeb создала полный абсолютно набор инструментов для интернет-бизнеса. Во-первых, это то, что это все в одном месте, и это не только удобно, это очень экономично, потому что все это на одном сервисе. И экономично, потому что, допустим, если сложить автореспондер другой, да, хостинг другой и так далее, то получится сумма, которую надо, да, за вот пользование этими инструментами, платить намного большую. А Академия Альп учит, как использовать эти инструменты для собственного бизнеса и для дополнительного заработка. Ну, давайте об инструментах чуть поподробнее. Итак, хостинг. Это то, без чего сайты не могут, да, существовать. Мы с вами также были бы бомжами, не имея собственного дома. Хостинг хранит сайты, и мы запускаем сайты в интернет. Так вот, это место прописки и хранения ваших сайтов. Хостинг очень удобный. Хостинг достаточно большой по объемам, да, которые вы сами себе выберете, но даже минимальный он будет достаточный. Во всяком случае, для начала. Кроме хостинга, здесь же конструктор сайтов, который с этим хостингом напрямую связан, где есть и готовые шаблоны, где эти шаблоны очень мобильные, где можно, в общем-то, переделать, сделать их под любой вкус, под любой цвет и так далее. Здесь есть возможность создать собственный дизайн. То есть это вот не то, что да, ты шаблон взял, и вот шаг влево, шаг вправо нельзя. Нет, абсолютно мобильные, абсолютно нормальные. Дальше. Ну, это вот такие, допустим, сайты, да, которые готовые шаблоны, которые уже ждут и вас, и ваших клиентов. Здесь по профилям. Здесь отдельно по сетевым компаниям. Причем я могу взять другую сетевую, допустим, компанию и сделать на... Вот, допустим, этот шаблон мне понравился, сделать на нем сайт для своей компании. То есть это абсолютно мобильно. Следующий конструктор подписных продающих страниц. Также готовые шаблоны, также возможность редактирования, также возможность загрузки собственных шаблонов. То есть это абсолютно реально все сделать. Следующий инструмент. Но это вообще песня души. Конструктор вирусных открыток. Вирусный маркетинг – это самый главный сейчас вид интернет-маркетинга, который используется. Потому что, ну, реклама – это одно, да, это традиционно, никуда от этого не денешься. Вот, но вирусные открытки, которые можно делать на этом конструкторе, они выполняют такую потрясающую работу. Когда вы посылаете эту открытку одному человеку, а увидеть ее может 100 человек и больше, и ваше предложение, которое за этой открыткой стоит, они потому и называются вирусные, что они распространяются с геометрической прогрессией.
Вот. А поскольку это музыкальные, это поздравительные открытки, то все рады их видеть и все рады их переслать своим друзьям и увидеть ваше предложение. Вот такой конструктор для таких открыток, он здесь тоже есть в этих инструментах. Автореспондер или рассыльщик писем. Без этого тоже никуда не деться. Можно, конечно, да, пользоваться другими, вот, но здесь все опять-таки на одном сервисе, ну, как говорится, в одном стакане. Скажите, а кто вот согласен, что вместе это удобнее? Пока отвечаете, я Татьяне отвечу. На правой фотографии это моя собственная внучка, которая, ну, я рада, ребят, что вы согласны. Вот, моя собственная внучка, которая наотрез отказывалась есть кусочки, и надо было целого батона обязательно есть. Так вот, здесь тоже целый батон. Здесь ничего не разрезано на части. Итак, автореспондер, то есть это как бы, да, механизм автоматической отправки писем, когда не вы лично отправляете, это для тех, кто не знает. Вот. И не надо искать в интернете. И еще здесь я абсолютно солидарна с Гузель в том, что искать в интернете можно ведь и нарваться. И на обманщиков нарваться, и на нарваться на, ну, не вполне таких, да, добропорядочных товарищей, и не всегда хороший, то есть хостинг выбрать, это дело, в общем-то, достаточно серьезное. Ну, авторассыльщиков тоже не так много. Один из них вот здесь. Наконец, в этом же пакете комната для конференции. Вот такая комната, в которой мы с вами сейчас, которая может и музыку включить, и ролик видео показать, и слайды показать, и показать ваш рабочий стол, и написать что-то вашим партнерам, и включить камеру, когда ваши партнеры будут видеть вас воочию, да, то есть вы будете разговаривать с ними, а не так вот с фотографией. Ну, мы на презентациях фотографии ставим. И здесь также можно проводить опросы. И я как бы тоже с одной стороны для дела, а с другой стороны это своего рода тоже реклама возможности этой комнаты. Так вот, такую комнату вы тоже получаете. Ну, количество человек разное, там вы сами выберете, как, на какое количество, сколько вам нужно. Так что ваши встречи, ваши презентации, ваши конференции вы также можете вот в этой комнате проводить. И также с той же открытки приглашать на презентации. Ну, вот здесь Николай Фоменко. Да, теперь у меня нет проблем с созданием публикаций сайтов. А ведь, ребят, это серьезная проблема. Мало создать сайт, его еще нужно разумно разместить, и его еще нужно, чтобы он опубликовался нормально, да, без искажений и так далее. Так вот, в течение 1-2 часов он пишет: я делаю сайт, я очень доволен. Ну, вот такое достаточно авторитетное мнение вот Владимира Титуева, что вошел в бизнес в середине октября, бизнес простой и очень масштабный, я это понял сразу. Вообще вот люди, которые как бы приходят от бизнеса, они сразу видят перспективы и так далее. Вот. Но не все это могут сами увидеть, поэтому вот так тоже и рассказываем. Вот Гузель Камалова. Вот сейчас она отказалась писать свою профессию там, да, и так далее. Она пишет интернет-предприниматель, она абсолютно права, потому что Гузель сейчас занимается в интернете бизнесом. Вот. И сотрудничество вот с компанией НВЭП, то есть с этими инструментами, она считает просто подарком судьбы. Вот, а технологиям, правильно пишет Гузель, нас научат. Главное, чтобы было, да, на чем работать. Марина Александрова, пенсионерка, учитель. Вот, также сама не ожидала, что результаты так быстро появятся. То есть здесь вот уже даже, ну, это за октябрь, вот за ноябрь Марина еще, Марина, правильно, еще не давала, вот не смогла я, так сказать, да, вот ее увидеть до этого. Итак, значит, инструменты я вам показала. А в чем выгода сотрудничества нашего вот здесь компании НВЭП? Даже если у вас собственный бизнес есть уже, да, то есть вы, используя эти инструменты, вы развиваете, очень интенсивно развиваете собственный бизнес, а рекомендуя эти инструменты другим, вы получаете еще дополнительный доход. Причем не обязательно это знакомым, да,
это как раз через холодные контакты в интернете, люди, которые точно так же ищут, которые не конкуренты вам, а наоборот, это люди, которые будут, так сказать, с вами и которые совместно будут развивать вот этот бизнес, дополнительный доход также. Почему? Значит, мы говорим о том, что это настолько выгодно. Ну, во-первых, выгода первая, то, что экономятся денежные средства, да, на собственных инструментах. А во-вторых, выгода в том, что это очень легко и просто создавать ресурсы для продвижения своего бизнеса. Это уже выгода. Вторая выгода в том, что вы прекрасно можете зарабатывать, предлагая эти инструменты другим людям, потому что эти инструменты нужны всем. Всем, кто так или иначе пришел для бизнеса в интернет. И сетевикам, и бизнесменам, и людям, которые просто решили создать свое представительство в сайте. Здесь могут быть и организации. Кстати, для них отдельное предложение очень интересное есть. Дополнительными плюсами является то, что очень удобно и просто выводить деньги. Деньги начисляются мгновенно. Это не надо ждать, когда месяц кончится и так далее, да, вот так вот во многих сетевых компаниях. Деньги начисляются мгновенно. Как только у вас этот инструмент купили, значит, вернее, взяли в аренду, вот, вы тут же получаете, и вы буквально через несколько часов эти деньги можете вывести. Как вы их выведете, вы тоже будете решать, значит, там, через определенную, да, систему, либо вы заказываете карту. На карту тут вообще мгновенно. Это персональная мастер-карт международного значения. Поэтому здесь никакой нет задержки. И тут же их можно использовать. Ну и это подтверждает как раз-таки вот Любовь Сараева, да, ежедневная выплата комиссионных и высокий процент выплат. А также постоянная поддержка, что, кстати, тоже немаловажно. Так вот, компания Altinweb, и почему нам не стыдно говорить вот так вот громко, так широко об этом, да, и предлагать это вам. Потому что это действительно развивается очень интенсивно. Ну, во-первых, это возможность входа в этот бизнес командой, да, если, допустим, вы сетевики пришли. Это дополнительное обучение партнеров, то есть есть обучение от компании Inweb и дополнительно партнерам дает обучение Академия Ай. Это помощь дополнительными материалами для интенсивного роста на начальном этапе. Это работа в команде, а соответственно и помощь команды. Когда есть совместные разработки, когда есть обмен опытом. И кроме того, эта компания, она дает возможность переливания партнеров, когда вышестоящий спонсор просто может помочь нижестоящему занять более высокую позицию. Так вот, Inweb 24, они сейчас подводят итоги за каждый месяц и выводят, да, десятку, пятерку, десятку лучших, и потом эти люди будут награждаться. Так вот, за два месяца выбрали лучшую десятку. Вы видите, да, что из 10 человек, 7 человек – это те, кто пришли с нашего проекта, с нашего предложения. Хотя можно в Inweb прийти и просто как бы, да, отдельно, но опять же по приглашению. 7 человек наши, именно потому, что вот такое содружество Академии Alt и Inweb, оно дает свои результаты. Но я с гордостью могу сказать, что в этой десятке тоже есть. Ну вот здесь еще один отзыв, да. Просто нет слов, куда я попала, ребята. Движемся семимильными шагами, пишет Светлана. Я напоминаю вам вот этот слайд для того, чтобы еще раз акцентировать ваше внимание на то, что интернет и собственный сайт – это самая востребованная вещь на сегодняшний день. Можно покупать или не покупать лекарства, можно покупать или не покупать мебель, но когда человек уже пришел и решил создать собственный сайт, он будет платить постоянно за вот эту аренду. Посмотрите, какая перспективность этого бизнеса. Это говорит о том, что это будет востребовано всегда. Розничные клиенты, которые уже начали, да, использовать инструменты типа наших, около 300 тысяч.
которые в ближайшее время, судя по количеству запросов, это аналитики проводили вот эти расчеты, 2-4 миллиона. А потенциальные клиенты, которые пока еще не знают, но которые узнают и с нашей, и с вашей помощью, это буквально 10-15 лет, 20-30 миллионов. То есть в 10 раз вот эта потребность возрастет. И на сегодняшний день компании InWeb доверяют 60 тысяч клиентов. Потому что здесь, с одной стороны, правильный тип продаж, но почему ваш доход обеспечен? Потому что компания никого не принимает просто так напрямую. Значит, только вы, только партнеры этой компании имеют право кого-то пригласить. Это очень честный подход. И вообще вот в этой компании, да, это наши люди. Это выходцы из России, очень веселый, обаятельный человек Зиновий Куралап, который правильно вот это все дело построил. Нельзя прийти туда просто так, только по приглашению кого-то. И тот человек, который пригласил, он постоянно будет получать вот этот доход, потому что инструменты сдаются в аренду. И то, что за них платится ежемесячно, значит, это тоже будет говорить о том, что вы будете постоянный абсолютно источник дохода иметь. И то, что люди будут платить всегда, потому что никто не захочет остаться без своего, да, сайта и без того, что он создал, так же, как за телевизор, за телефон сейчас платится, за квартиру, то же самое оно будет здесь. То, что это индустрия в интернете, здесь, я думаю, аргументировать уже ничем не надо. Вы сами прекрасно понимаете, что весь бизнес уходит сейчас в интернет. И правильный тип продукции. То есть это инструменты. Это то, что нужно будет всегда для того, чтобы люди могли реализовывать свои потребности. Итак, нужный товар для всех, нужный такой, как хлеб. Это очень низкая цена по сравнению с другими, и это практически абсолютно готовый бизнес. Какие варианты? Вот давайте так, до вот этого момента все, что я сказала, вот это понятно? Да, Куралап из Украины. Значит, это мастер-карт только партнерам, Александр. Спасибо, Татьяна, в Академии очень уютно себя чувствуешь. Для меня тоже Академия – это дом родной. Если понятно, ставьте плюсики. Значит, какие варианты сотрудничества, да, с компанией InWeb? Ну, здесь есть, как вы видите, 5 вариантов. Значит, здесь есть клиентские аккаунты. То есть вот вы можете выбрать любой, да, тот, который на сегодняшний день наиболее приемлем для вас. То есть можно стать маркетинг-партнером. Это бесплатная регистрация, значит, и возможность также приглашать, в общем-то, людей. Но, да, можно быть розничным партнером, то есть купить хостинг и конструктор. Это стоит 4,99 доллара в месяц, да? Ну, где-то 160 рублей. Значит, эти аккаунты также дают возможность дохода. Это два вида дохода. Но если вы пришли заниматься бизнесом и получать хорошие деньги, то, конечно, здесь будем говорить о партнерских аккаунтах, где от 3 до 9 видов дохода и увеличение комиссионных в 2 раза. И есть 3 варианта входа партнерского. Сколько стоит начало бизнеса? Наверняка такой вопрос стоит. Можно его начать за 229 долларов. Мы говорили о тысячах, которые мы вложим, да, в свое образование, значит, с бизнесом на пассивный доход. Здесь не надо 100 тысяч, здесь всего 229. Это платится однократно, а 20 долларов – это аренда ваша личная всех вот этих инструментов. Как видите, здесь, ну, если сложить все, так сказать, инструмент, если порознь, то получается сумма как минимум в 5 раз превышающая. Второй вариант – это премиум-пакет. Здесь уже не 3 источника, а уже 5 источников дохода. И здесь идет выгода в 58 долларов, потому что при покупке премиум здесь 58 долларов скидка. И, наконец, пакет «Элит». Это бизнесмены только через этот пакет, как бы, да, входят у нас, те, кто вот, ну, сразу понимает, просчитывает и хочет на высокий доход.
Здесь, конечно, скидка еще больше, здесь пожизненный элитный статус, ну а $20 за инструменты это как бы остается. Значит, и при входе на вот эти пакеты здесь вы получаете обучающий коучинг. 1, 2 или 3. А выбрать вы можете из 6, которые в свое время были выбраны из 100. Значит, лучшие, которые помогают успешно развивать этот бизнес. Вот такой вы получаете интернет-магазин. Вы получаете ссылки на готовые страницы, причем все получают. То есть пока вы сделаете свои, вы уже можете пользоваться готовыми ссылками и уже начинать приглашать людей. Это страницы ваши личные, которые вам также дает вот компания. Ну и если как бы подвести итоги, то вы получаете готовый бизнес, инструменты интернет-маркетинга для личного пользования. Вы получаете интернет-магазин, готовый, под ключ. Вам ничего не надо изобретать. Вы получаете коучинги на выбор, и партнеры еще получают бесплатное обучение интернет-бизнесу. Здесь я уже передаю слово Вадиму, и дальше вот тоже уже он вам интересно расскажет. Участь. Спасибо. Какие детали, да? И Вадим вот как-то тогда про себя не сказал, а я скажу, что Вадим у нас генеральный директор онлайн-академии Alt и руководитель проекта AltNV, региональный директор вот в НВП. Это очень высокий статус. Так что, Вадим, слово. Спасибо. Ну, я вот посмотрел тут за вами, ребят. Да, кто-то ушел. И сейчас, прежде чем продолжать, а я расскажу самое главное. Вы понимаете? Самое главное. Потому что все вы поняли уже, да, есть очень востребованный дешевый товар. Его надо только донести людям. Я расскажу, как его донести. И какие результаты получают люди, которые приходят, вообще не зная компьютера. Но все-таки, прежде чем я это буду рассказывать, я очень попрошу сейчас выйти тем, ну, кто пришел просто послушать, кому неинтересно, который пишет там какую-то вот, я видел там такие нехорошие вещи. Вот тех просто выйдите, и я поработаю с другими людьми, которые пришли действительно найти другую дорогу, которую я сегодня вам вначале обещал показать. Мы еще не показали вам эту дорогу. Мы еще только показали, как она выглядит издалека. Вы еще на нее даже не ступили. Мы показали вам абсолютно востребованные инструменты, которые выхватывают у нас как горячие пирожки, и вы увидите сейчас конкретные цифры. Мы показали вам, почему их выхватывают, потому что они нужны и они очень дешевы. Но есть самый главный вопрос. А как сделать, чтобы люди узнали? Кто согласен со мной? Ведь самое главное – это донести это выгоднейшее предложение до людей. И тогда к вам потекут деньги. Согласны? Поставьте плюсики. Ведь можно сидеть, я не знаю, там на золоте и думать, что это табуретка всю жизнь. А потом подойдет человек и скажет, ты на золоте сидишь. Ну, точно, слушай, а как же я сидел-то? Потому что надо донести до людей. И вот на этом основана сила команды AltNV. Мы просто даем людям возможность использовать на 100, даже на 150% вот этот вот бизнес. Поэтому мы за 6 месяцев сделали больше, чем все сделали за 3 года. Это я. То есть я с 10 года пришел в интернет. Я умел одним пальцем. Я, потому что у меня был бизнес, я там 1С бухгалтерию какую-то вел, что-то заносил и так далее, проверял девчонок и так далее. Но в 2010 году я ушел в интернет, и вы знаете, ребят, изменилось все. Кто меня знает подольше, тот уже знает, сколько я зарабатываю. Но скажу вам честно, это в десятки раз больше, чем когда я работал и имел свой бизнес. Традиционный бизнес, продовольственные магазины. Там я зарабатывал меньше, но головной боли было намного больше. Это то, что про меня. Больше не буду рассказывать. Вот этот бизнес, это одна из, скажем, 5 моих ножек у табуретки, на которых я сижу. То есть это источник дохода. Он совершенно новый, потому что мы пришли только в мае.
только в мае. Понимаете? Вот мы пришли в конце апреля, в последних числах. И вот здесь я поставил стрелочку вниз. Вот эти цифры 64, 524 и так далее, это обозначает именно количество клиентов у меня. Просто вот те люди, которые стояли в очереди на картинке. Все больше и больше людей узнает о инструментах с помощью моей и моих партнеров. И посмотрите, каждый месяц количество клиентов увеличивается, нет снижения. Вот ноябрь здесь будет больше 3000, это я вам отвечаю. Понимаете? Кто-то поставил в начале двоечки. Помните, Наталья спрашивала, кто был уже двоечки, кто не был, единички. Так вот, кто поставил двоечки, они знают, что каждая презентация, от презентации к презентации эти цифры меняются. Они непрерывно увеличиваются, потому что наши презентации проводятся вообще в режиме, как бы, таком живом онлайн-режиме, но изменения идут сразу в презентацию. И вот смотрите, 6 месяцев 15 тысяч долларов только здесь. Это не так много. Но пройдет год, вот поверьте мне, и кто верит, вот просто поставьте мне сейчас десятки. Пройдет год, и здесь будут как минимум 0 добавлен в конце. Не там 2561, а, допустим, 25610, а может быть и больше. Вот о чем идет речь сегодня. Вот для чего вам показывала Наталья сегодня, что вот это, смысл вы должны были понять. Это вот она говорила, вы можете. На самом деле, давайте воспринимать не так. Да, мы можем, но не это главное. Главное, что смогут наши клиенты, а мы получим деньги. Мы будем об этом рассказывать, люди будут этим пользоваться, мы будем получать деньги. Вот главный смысл нашего бизнеса. Ну, конечно, и самим пользоваться приятно. Вот, смотрите. Итак, вы все поняли, что надо сделать, чтобы стать партнером. Там либо один коучинг 229 плюс 20, либо два коучинга 399 плюс 20, либо три коучинга. В основном мы, конечно, стартанули все на три коучинга, потому что это дает через несколько месяцев в 20, а то и в 30 раз больше дохода, если вы активно занимаетесь. Ну, об этом не это самое главное. Сейчас здесь присутствует, я думаю, процентов 80 абсолютных новичков в компьютере и интернете. Я прав, кто совершенно новичок, ставит пятерочки. Кто посильнее, ставит, соответственно, 6, 7, 10, хоть 100. Но кто новичок, тот пятерочки. Я не сомневался, для этого у нас академия же и создавалась, чтобы... Ну, центр компьютерной подготовки. Но сегодня речь идет не об академии. Вот представляете, я только сейчас во время своего рассказа понял, чего мне не хватало в предыдущих презентациях. Я все время вам говорил, вам, новичкам, а я вижу одни пятерки, что у нас есть система, мы сразу и так далее. Не с этого надо начинать. Кто поставил 6 там, и чуть выше, то да, я про систему это расскажу. Кто поставил 5? Компания InVeb вместе вот с этим вот стартом, коучингом и так далее, дает вам более 100 уроков компьютерной грамотности. Это трехминутные видео на все случаи жизни. Как сделать там скриншот экрана, как записать видео, как сохранить файл, куда 100 с лишним у вас в вашем кабинете вот таких вот видео. Ой, не могу зайти, как быть? Видео включили, посмотрели. Ну, понятно, что вам помогут еще тот человек, кто пригласил. Но вы теперь, вы однозначно, даже если вы только, вот представляете, вы пришли и прошли только эти уроки, и вы уже на 90% сильнее всех своих друзей и так далее. Но эти уроки вам помогут также осваивать вот эту систему. Система AltInVeb. И обратите внимание на цифру сверху. Старт 25 ноября. То есть вот этот вот бесплатный двухмесячный курс от Академии Alt специально для партнеров InVeb, для партнеров нашей команды. На этом курсе мы
от нуля и до финиша, то есть пошагово доводим человека до результата. А если он совсем слабый, я сказал, у вас есть помощник, у вас эти видео, вы параллельно еще и осваиваете компьютер. В чем заключается система? Все очень просто. Естественно, вы с нашей помощью изучите все эти инструменты. Они просты, с ними справляется даже там первоклассник. У меня сегодня дочь 6 лет перед началом вебинара прислала мне видеооткрытку, которую она сделала сама за 15 минут. 6 лет, ребят. И говорит, отвлекись, пап, посмотри открытку, мне было так приятно. Но неважно, изучайте все инструменты, это очень быстро. Но самое главное, здесь вы получаете 8 готовых страниц захвата. Вы можете их и сами сделать. Но мы на всякий случай даем профессиональные, чтобы вы не тормознулись здесь. Вы получаете эти 8, чтобы вы могли их сразу запустить в интернет. И эти странички ведут на 8 разных рассылок. Что такое рассылка? Человек из интернета, как показывала вам Наталья, набирает там создать сайт или что-то такое и попадает на вашу страничку. Там ему говорится, заполни e-mail и имя. Он заполняет и что начинает? Получать ваши письма. А где, дорогие новички, которые поставили пятерочки, брать письма? Ну, как вы думаете, где эти письма взять? Напишите мне. 8 рассылок, значит, нам надо где-то 8 серий писем. Ну, где их брать? Напишите мне, интересно. Правильно. Двое мне сразу написали. У нас мы даем готовые серии писем. Представляете? На этом курсе вы мало того, что осваиваете инструменты, вы получаете уже вещи, которые к вам притягивают клиентов из интернета. На следующем месяце мы рекламируем ваши странички. Люди попадают к вам на странички, оставляют e-mail и начинают получать эти письма. А в письмах что? Например, создать сайт. Значит, надо зарегистрироваться, там, купить хостинг, какой-то инструмент. Все, у вас появился клиент. Или там кто-то ищет комнату. Там про комнату все описано. Он берет комнату, он ваш клиент. И так далее. Они становятся вашими клиентами, но многие из них, вы сейчас увидите, какой процент, становятся вашими партнерами. И тогда повторяется все заново, по кругу. Это элементарная система, как бы элементарная. Но кто бы ее не пробовал, так же, как мы, сделать, у них не получается. Потому что у нас, у нашей команды, за плечами гигантский опыт обучения в интернете. Не у всех, а вот у нескольких человек, которые вот именно и вошли в это, в апреле. И благодаря им у нас идет такой маховик, такие заработки и так далее. Сейчас вы увидите. Но еще пару слайдов. Значит, это первый месяц. Это то, что я вам сейчас рассказал. Но чтобы вы увидели своими глазами, что в первый месяц вы сделаете. Так? Двухмесячный курс. Тут написано, он стоит $90, но это для тех, кто не в нашей команде. Для вас будет бесплатно. Во второй месяц рекламы не только контекстные, не только пиары. Но тут будет и скайп-рассылки, и видеомаркетинг. То есть все то, что заставит ваши страницы, которые вы получите, просто жить такой динамичной жизнью в интернете и притягивать все больше и больше и больше партнеров. Маркетинговых партнеров, людей, которые будут приносить вам деньги ежемесячно. Вот теперь, я думаю, многим понятно, да, уже в чем сила нашей команды. Кому понятно, поставьте плюсик, кто до сих пор не понял, на чем основан бизнес, поставьте минус. Потому что дальше я пойду показывать вам чеки, примеры, истории и все остальное. Есть минусы. Но немного. Может быть, это человек, который, ну, как бы так, принципиально ставит минусы. Но на всякий случай еще раз покажу. Есть инструмент, он, его низкая цена. С помощью нашей системы мы продвигаем этот инструмент и получаем деньги. Это для тех, кто поставил минусы. А теперь посмотрите историю нашей команды. И так, как я сказал, ну, тут несколько человек, 33, из Академии Альт, увидели этот бизнес. Мы поняли, к
Кстати, давайте я сейчас еще одну вещь вам скажу. Компания InWeb в ближайшие 5 лет, и это уже есть бизнес-план, вообще у них бизнес-план на 60 лет. Как это ни парадоксально звучит, со мной делился Зиновий Куралов, на 60 лет. Но в ближайшие 5 лет, но я-то себе в голове, да хоть в ближайшие 10, но он мне говорит, в ближайшие 5 лет. Они планируют создать 500 долларовых миллионеров. А вы мне поставьте, кто хочет войти в эти 500. Я ставлю 100, и вы можете 100 поставить. Потому что мы, ну, по крайней мере, все, кто сейчас здесь, мы видим себя в этой 500-ке. Но поверьте, даже если по каким-то причинам вы не зайдете в эти 500, для того, чтобы создать 500 миллионеров, надо создать там 5 или 10 тысяч рублевых миллионеров. То есть в любом случае есть большая перспектива. И вот мы зашли, нас было всего 30 человек, и через 6 месяцев у нас вот такая картина. Почему я вам это показываю? Я хочу, чтобы вы увидели не цифру партнеров, хотя, как я и говорил, 1 к 20 в среднем, да? А увидели цифру клиентов. Это люди, которые приходят к нам каждый день в большом количестве благодаря нашей системе. Это именно то, что дает нам возможность заработать. А теперь, смотрите, меня не было 10 дней. Ну, так сложилось, что я отсутствовал. Команда работала. И за 10 дней у нас пришло еще 546 клиентов и 19 партнеров. Вот вам результат системы AltInWeb. Впечатляет? Ставим плюсики. Я думаю, это просто... Ну, такого еще не было вообще. Компания 3 года, мы просто взорвали этот бизнес и не планируем останавливаться. Мы только идем вперед. Вот она, дорога, другая, без ям. А вот теперь смотрите, имея всего даже 100 клиентов, можно выйти на доход 500 долларов. Даже 100. Я вам показал сейчас, поскольку приходит клиент. Я не буду вам расписывать там, что это легко, там каждый клиент идет до 5 долларов. Это и так понятно. И причем они каждый месяц, как говорила Наташа, вот оплачивают там, как мы там, свет, то они здесь оплачивают хостинг, конструктор каждый месяц, чтобы их ресурсы существовали. И вы будете получать каждый месяц деньги. Это вопрос к тому, кто там хотел лежа зарабатывать деньги. Ответ, вернее. История первая. Наталья Тавада. Она скоро, наверное, меня перегонит. Пришла в интернет абсолютным нулем. Когда я ей сказал по скайпу, что ей надо зайти в другой браузер для того, чтобы что-то посмотреть, она хотела убежать. Как она мне потом рассказывала. Только голос ваш, только уверенность. Хотела уйти. Работала руководителем. Сейчас вы сами все видите. Ничего сложного. Человек просто пошагово делал все, что ей говорит. И вы знаете, это лучшее, что я вам посоветую. Просто выполнять все пошагово. Не надо никуда там отклоняться. В этом и есть сила. Вы делаете, и у вас... больше и больше и больше клиентов, больше партнеров, больше чеков. Обратите внимание на ее цифры. Видите, тоже непрерывный рост клиентов. Видите? 1000, там 900, 500 и так далее. В этом месяце, конечно, будет где-то 1500. Хотя, если Наташа меня слышит, она, наверное, думает еще больше. Объясню я вам и про курс. Только давайте чуть-чуть дослушаем дальше. А в конце будут вопросы. Дальше. Я здесь вот показал вам различные варианты увеличения клиентской активности из месяца в месяц. Везде идет рост. Я не хочу уже так долго затягивать. Еще и одна история. Человек живет, вы многие ее слышали, Татьяна Андреева, живет в сельской местности под Санкт-Петербургом. Огромное фермерское хозяйство, я у нее был. Куча там индюков, куча там этих, ну, живности, кур там всяких, собак, рысь есть. Как она с этим справляется, я не знаю. Ну, там практически невозможно присесть. Человек совершенно спокойно, там нет работы в сельской местности.
выходит вот на такие доходы. 50 тысяч в месяц для нее вообще уже не, то есть не предел, потому что у нее кроме этого есть еще кое-какие доходы. Но тем не менее, вы узнаваете в этих историях себя. Там один человек, там другой человек. Вот Эдуард, расскажу про него. Его многие здесь все знают. Ну, пускай он на меня не обижается. 3 года назад Эдуард вообще не знал, что такое браузер, что такое хостинг. Ну, вот пришел. Это ректор Академии сейчас. Это лучший в интернете по контекстной рекламе. Это человек, который вошел в этот бизнес 2 месяца назад и по доходам уже обошел, да почти всех. Вот он уже вышел на какие доходы. Нет никаких препятствий вам для того, чтобы здесь добиться. Потому что приходят люди, не умеют найти плюсик. Не умеют. И таких очень много. Мы даем обучение. Главное, чтобы у вас, как начинала Наталья, чтобы вы видели этот корабль. Любовь Яшин. Сетевик. Просто сетевик, который на земле понял, что не работает сейчас офлайн MLM. Пошла искать в интернет, подсадила всю свою команду на эти инструменты. У нее начали расти результаты в ее MLM и начали здесь появляться деньги. Сами все видите. Следующий. А, слайд нравится. Это слайд, который я вижу каждое утро. Ну, то есть, не этот конкретно слайд. Я открываю почту, естественно, и вижу, что мне сообщают, что приходят деньги. Деньги разные. 10, 5 центов, 10 долларов, 32 доллара, 230 долларов, 48, 112 и так далее. Вы будете иметь то же самое. Ну, чем больше клиентов, тем больше у вас будет таких чеков. А, кстати, кто хочет шикарный автомобиль? Это я вас так, для разминки. Вот кто хочет новый Range Rover? Ну-ка, поставьте мне 5. Вот просто новый Range Rover. Параллельно. В компании есть и этот автомобильный бонус. Я просто не хотел, но ладно уж, вспомнил, сказал. Вот так в офисе те же самые письма, которые вы там видели, выглядят уже более как бы структурировано. Вот. Вот ваша Наталья Кривцова. Тоже, ну вот она меня поражает. Человек действия. Она может сделать за один день чек $800. И я был свидетелем этого. Про это она вам сказала. Привлекательно то, что хоть ночью нажал кнопку, вышел и снял деньги. Мне это нравится. А вот теперь отдых. Я надеюсь, все вышли, которым было, ну, неинтересно, и которые пришли только послушать. Все? Вот то, что я сейчас начинаю, это интересно? Ну-ка, плюсики мне поставьте. Потому что все, что вы услышали, это 2×2=4. Это понятно даже ребенку. Дело в том, что действительно, деньги, товар, деньги. И мы учим как. Здесь просто. Но теперь для всех наших партнеров мы сильны. Команда, конечно, сильная у нас. И мы можем себе позволить ежемесячную лотерею. У нас есть уже 2 победителя. Завтра будет победитель выявлен. Я уезжал, поэтому я говорю, что не 18-го, она вчера должна быть лотерея, а будет только завтра лотерея предыдущего месяца. Но с сегодняшнего дня и по 18 декабря все, кто станет партнером, будут участвовать вот в такой лотерее. Но мы ее изменили. Если раньше выигрывал один человек, то сегодня мы решили сделать так. А как вы думаете, больше шансов выиграть? Ну, скажем, придет 100 партнеров за месяц. Или меньше. Кто-то из вас, кто себя видит, ставит десяточки. Кто-то из вас полностью вернет деньги. А кто-то их вложит еще там в какой-то коучинг и так далее. Но вот это вот ждет уже 3 человек. Это намного интереснее. Правда же? И вот я вижу десятки, они видят себя победителями. Потому что это действительно интересно. Но это не все. То есть обучение вы получаете бесплатно, участие в лотерее бесплатно. И традиционно
традиционно бонусов на 50 с лишним тысяч. Традиционно. Мы меняем немножечко, так один бонус убираем, другой добавляем, но это те вещи, которые можно только купить. Наша команда вам их дает для того, чтобы вы могли более энергично двигаться к цели. Сейчас вы увидите, что это за бонус, особенно новички. Первый бонус позволит вам сэкономить десятки тысяч рублей на ремонте компьютера, переустановке Windows, там, очистке от вирусов и так далее. Ну, тут очень много. Установка основных программ. Этот курс сделан нашей командой. Он стоит недорого, но и сэкономит вам намного больше денег, потому что вам не надо будет при малейшей поломке вызывать мастера. Дальше мы даем вам комплект готовых авторов рассылок. То есть люди, которые вас уже точно не обманут. Потому что интернет полон мошенников. Вы кому-то отдадите деньги, чтобы он прорекламировал вашу страничку. В итоге вы просто подарите ему деньги. Здесь есть авторы, которые уже с нами работали. Мы знаем, что они честны. И они выполняют свои обязательства. Это тоже вам в помощь. Для того, чтобы вы четко умели делать видео, и чтобы на этом видео вы могли привлечь очень много клиентов, мы дарим вам курс Вадима Дедык, ну, почти 3000 рублей, по видеомаркетингу. Мы долго с ним обсуждали, у него были и другие бонусы, но он сказал, что вот это, наверное, сейчас нам самое актуальное, потому что вам надо продвинуть свой бизнес. И вот, пожалуйста, вам такой курс. Сергей Проценко. Кто был на его вебинаре, пожалуйста, поставьте плюсики. На самом деле это мастер продающих текстов. И он в этом бонусе учит вас, как написать к тому видео, к вашему бизнесу текст, который увеличит, ну, сразу притянет к вам клиентов. Еще один бонус. Сергей Змеев, это уже более серьезный бонус, но Сергей Змеев долларовый миллионер, и его вещи все дорогие, обучение стоит под 100 тысяч долларов. Он дарит здесь три курса, которые учат вас, как создать базу подписную, как разобраться со своими энергиями жизни, да, и как создать инфобизнес. Он мне сказал, главное, это чтобы они начали и дошли до конца. Результат будет 100%. Курс сейчас идет в продаже, но нам это бесплатно. Вам это бесплатно. Артем Нестеренко. Человек в 33 года, построил команду 130 тысяч, долларовый миллионер, ведет свою телепрограмму, автор многих книг традиционных печатных, автор очень много инфопродуктов. Специально для команды «Альт» он подарил нам вот этот вот бонус. И сказал: вперед, друзья, вперед. Он научит здесь, как рекрутировать, как мотивировать и так далее, как распределить свое время. Последний бонус. Евгений Вешкурцев. Вот он совсем недавно мне звонил. Как раз я вот был в отъезде. Он мне звонил, предлагал встретиться. Он в Питер приехал. Он говорит, я планирую, ну, тоже войти в вашу команду. Я готов. Вы создали такой невероятный бренд, что я готов свои знания, свои связи инвестировать сюда, к вам. Этот человек поднял практически все компании, которые зашли на российский рынок. Его обучение стоит 250 тысяч рублей в месяц. Этот человек простыми словами говорит вещи, которые полностью переворачивают ваше понимание. Он дал здесь буквально саморазмножающий список в этом тренинге. И как закрывать сделки почти на 100%. И этого вам будет достаточно, чтобы получить результат. И таким образом, для тех, кто до завтра станет нашим партнером, мы выдадим вот эти вот бонусы. 51 тысяча. Мы любим людей, которые быстро принимают решения. Но самое главное, что вы должны были вынести из моих слов. Кто догадается, тот сейчас напишет. Что самое главное, вот буквально, что побуждает вас поторопиться.
Ну, бонусы, понятно, там это приятно. Нет, не бонусы. Бонусы в электронном виде. Желание, не... да, все это правильно. Найти дорогу. Дорогу я вам показал. Самое главное, это то, что осталось буквально неделя до начала этого курса. Месяц веду я, месяц Эдуард Лен. Где мы вам на блюдечке выложим рассылки, страницы и все наши фишки. Вот что главное. А то, что вы получите еще на 51 тысячу, это конечно. А то, что вы еще сможете выиграть $250, это тоже конечно. Но самое главное, ребята, вот оно зерно. Всегда его надо искать. С 25-го начинается курс. Все, сейчас самый благоприятный месяц. Потому что сейчас идет пора, когда каждый человек, ну, по крайней мере, в России, наращивает обороты. К Новому году, осень, сбор урожая, подведение итогов. Все в действии. Сейчас самый большой товарооборот. Пользуйтесь этим, заходите. Это я вам показываю уже с другого аспекта. Нам показала уже эту страничку Наташа. А я вам показываю. Вот это альт. Вот смотрите, три человека из компании, которая существует буквально уже четвертый год. Три человека. И семь человек из команды, которая пришла 6,5 месяцев назад. Представляете, многотысячная организация. И есть команда Alt-Invest, куда вы, кстати, и приглашаетесь, которая достигает вот этих результатов. Поэтому, дорогие друзья, сегодня я вас приглашаю к нам в бизнес. Всех. Мы идем другим путем. Мы не такие, как все. Мы идем против эскалатора этого метро. И мы достигаем результата. Вы сможете себя, даже если сейчас войдете, не все, но многие, на Новый год уже вознаградить чем-то вот таким. Или там путевкой в теплое, или путевкой в Лапландию. Уже сможете. Время действовать. Итак, приходите к нам в команду. Что вам нужно сейчас сделать? Поставьте десятки, кто твердо решил зайти к нам в команду. Я буду для вас сейчас рассказывать. Десяточки. Те, кто пришел, послушал, увидел для себя. Потому что у нас заходят люди всегда, и все, в общем-то, довольны. Очень довольны. Поэтому, если вы приняли решение идти с нами, и это единственное верное решение, я считаю, потому что мы в данном случае даем только то, чтобы прошли своими ногами. Мы проложили дорогу, и мы вот так вот за руку вас ведем. Тогда вам, те, кто поставил десяточки, надо открыть письмо, которое пригласило вас на этот вебинар. Это важно. Можете сделать это прямо сейчас. У вас есть вот этот экран и есть ваша почта. Нажали, нашли письмо. И пишем. Нажимаем «Ответить» и пишем. Я готов стартовать. Я готов стартовать в вашей команде. Мой скайп и пишите свой логин в скайпе. Дайте мне ссылку для регистрации. И человек... Можете даже написать, и прошу помощи в выборе коучинга или там что-то еще. Он вам посоветует, что самое сильное. Но это надо сделать, ребят, кто поставил десятки, прямо сейчас. Во-первых, тикают часы, да? Я еще вам поотвечаю на вопросы. Но часы-то тикают. Во-первых, мы любим, как я говорю, энергичных людей. И мы смотрим на них. Кто заходит сразу, другое отношение. Ну ладно, это я уже вам сказал. Во-вторых, это ваш настрой. Если сегодня вы закрываете щелку сзади, значит, у вас идет дорога вперед, и мы достигаем цели. Итак, просите, делайте. А теперь из тех, кто поставил десяточки, есть ли люди, которые уже зарегистрированы в команде? Пятерочки ставим. Но еще не партнеры. Ребята, у нас учатся с Владивостока, с Хабаровска люди. Это не препятствие. Кстати,
Вот пока стоят пятерочки, Юрий, мы планируем вот такие презентации где-то уже с декабря, ну, может быть, со второй декады, вести раз в неделю для Дальнего Востока. Это будет где-то в 14 дня. И так как Дальний Восток практически не охвачен, у нас там есть партнеры, но еще не так. У вас есть огромный шанс построить организацию там и стать во главе. Вы меня поняли, Юрий? Вот, и есть люди, которые зарегистрированы, но еще не партнеры. Вы просто заходите в свой кабинет, нажимаете логин, вводите пароль, доходите до коучингов, да, и нажимаете «Принять участие». Просто «Принять участие». Вам открывается коучинг. Сейчас я для тех, кто уже зарегистрирован, да и для тех, кто будет регистрироваться, посоветую. Если вы стартуете на один только коучинг, я рекомендую с Яндексом на «ты». Потому что сам, когда я пришел в интернет, я целый месяц занимался только Яндексом, и все мои результаты отсюда. Первая любовь. Поэтому я вам говорю, хотите результат — Яндекс. Если вы заходите на три коучинга, берете еще Бодика Владимира, источники дохода, и обязательно Зиновия Куралапа. Считаю, вот этот вот треугольник, то есть коучинг номер два, технологии от миллионера MLM, Яндекс и дополнительные источники дохода, это то, что вам, ну, просто нужно на первом этапе. Таким образом, когда вы выберете, надо будет там нажать «Продолжить», выберите себе пакет, берем обязательно за 20, вот этот вот, потому что остальные вам пока не надо. Это только для продвинутых, которые ведут такие презентации, как вот я сейчас. Когда надо будет вести презентацию, вы тоже возьмете побольше. Мы, все наши партнеры пока на 20. И выбираете заказать. После чего надо будет оплатить с карты, MasterCard или Visa. Можно оплатить через Kiwi. Итак, на сегодня я презентацию закончил.